В Заинске закрылась республиканская акция «Медицинский десант». Это уже третий визит медицинского десанта в Заинский район. 4 дня, 12 участников студенческих медотрядов из числа студентов Казанского государственного медицинского университета, Казанского медицинского колледжа и Чувашского университета оказывали населению Заинского района медицинскую, социальную и адресную помощь. Пациентами стали жители деревень Савалеево, Урсаево, Утяшкино, Новоспасск. Жителям студенты измеряли артериальное и внутриглазное давление, а также уровень глюкозы в крови. Сняли ЭКГ, провели замеры сердца и легких. Таким обследованием были охвачены более 150 пациентов. Тем, кто должен был пройти диспансеризацию, было проведено анкетирование. Будущие медики давали рекомендации. Напоминали о важности ежедневного контроля артериального давления, влияния здорового образа жизни на возникновение различных заболеваний. Помимо медицинской помощи, жителям Заинского района была оказана и социальная помощь. Студентов жители ждали, ведь участников меддесанта знают уже в лицо. От снега было очищено более 20 придомовых территорий и 5 памятников. Ветераны в знак благодарности рассказывали студентам истории своей жизни. Кроме того, в акцию вошел блок по работе со школьниками.